Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимаем мы это видео сегодня, 15 июля 2020 года. И решили сделать такую небольшую хронологию. Съемки проводились с 1 июля по сегодняшний день, за две недели. Конечно, уже первая волна цветения на сегодняшний день близится к концу. Что-то еще цветет, но уже не в таком количестве, как это было в конце июня, ну, приблизительно до 10-12 июля. Но сейчас видно, как растут наши розы в садовом центре. Это то, что у нас посажено вдоль забора. Ну и вокруг стоянки наша визитная карточка Робуста. Сейчас съемки 6 июля произведенные. Пока еще все цветет пышным цветом. На дальнем плане розовой лавиной Джон Дэвис, канадская роза. Тоже очень хорошее, неприхотливое выращивание розы. Также мы ее рекомендуем наравне с Робустой высаживать, если кто-то хочет, чтобы постоянно цвело и не доставляло особых хлопот. В основном все розы уже в таком хорошем цветении. Единственное, что вот солиту сейчас видели, она только-только набирала свою силу. Но зато на сегодняшний день, на 15 число, она полностью цветет, хотя другие розы уже в стадии отцветания или уже совсем отцвели. На торговой галерее на 6 июля волна цветения еще продолжалась. Роз много цветущих. На сегодняшний день уже не такое большое количество цветущих роз, но, тем не менее, без цветов розы не стоят. Динки можно видеть в контейнерах. Также вот, остались какая-то часть гортензий. Это гортензии широколистные, не метельчатые, это макрофила. Ну, в общем-то, их надо немножко накрывать, сохранять побеги. Но, тем не менее, вот эти сорта «Вечное лето» цветут постоянно. Очень много лилий. Ну, за эти дни, пока все цвело, 2-3 недели, конечно, разобрали их очень хорошо. 6 июля как раз они все в цвету были. Это высокорослые сорта, и низкорослые, и западные, и восточные с ароматом. Ну, на сегодняшний день лилии уже практически отцветают. И если что-то не продастся, на следующий год они уже будут по 2-3 побега выдавать цветущих. Будут пересажены в более большой контейнер. Цена лилий 190 рублей на сегодняшний день на один контейнер. Ну, это абрикосовая роза Вестерленд. В торговом зале, как правило, всегда у нас выставлены и отбираются самые свежие, самые цветущие розы. Постоянно девочки вот работают, перебирают, чистят, расставляют. Что-то новое подвозят из галереи, из теплиц. Вот на 6 июля все еще цвело. Вот только набирала бутоны, ну вообще хорошо цвело, была большая масса цветов. Сегодня уже поменьше, но, тем не менее, в торговом зале все время выставлены все розы цветущие. Есть из чего выбрать, полюбоваться, даже просто походить, посмотреть, что многие делают. Вот. Мускусные розы тут лучефеи, бордюрные есть. Это уже вот сегодня снимали, 15 июля. Зацвели гортензии метельчатые. Только-только начинают, но уже можно видеть. Плодовые деревья в контейнерах. Выбор большой. Все саженцы здоровые.
хорошие, живые. Ну, все, конечно, показать за 6 минут нельзя, тем более, что задачи такой особо и нет, что все подряд показывать. Сделали просто такой общий видеообзор, посмотреть, как на 15 июля разрослись, зацвели растения в нашем садовом центре. Ну, это вот часть опять из гортензии метельчатой. Многолетние цветы, флоксы, рудбеки, клематисы, много чего. Робуста как зацвела 15 июня, месяц назад, так до сих пор и цветет. Ну, сегодня у нас на этом все. До свидания, до новых встреч!